Привет! С вами Оля, и сегодняшнее видео – это обзор. Сегодня расскажу о крайне важной вещи, недаром я стою у окна. Это будет интересно всем родителям, у которых открываются в доме окна. Итак, поехали. И рассказывать я буду вот о таком интересном девайсе. Он называется универсальный блокирующий замок. Что это такое и почему это так актуально? Мы находимся на 16 этаже, и все, кто живет высоко, внимание! Ребенок может, когда начал ходить и когда научился залезать на подоконники и на какие-то возвышения, может спокойно подойти и открыть окно. Статистика по таким случаям ужасающая. Все мы видели ролик в Ютубе, когда ребенок у мамы выползает и ходит по внешней стороне подоконника, и, конечно, это ужасно. Чтобы не случалось таких ситуаций, чтобы вы всегда были спокойны, есть вот такая маленькая штучка. И я считаю, что это одно из основных устройств безопасности дома, когда пришло время, когда малыш пошел. Это также актуально для защиты квартиры, если у вас не высокий этаж, потому что этот замок высокопрочный и не позволяет пролезть в квартиру снаружи. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Итак, в упаковке 3 пакетика. Первое — это инструкция. Давайте сразу посмотрим, что там. Указана комплектация, рекомендации по установке, именно где нужно это делать, и всякие важные детали. Также информация о производителе, то есть вот эта бумажка вам подскажет, что нужно делать. Продукция сертифицирована по ГОСТу. Так, второй отсек. Ну, судя по инструкции, все детали в комплекте. Достаем сначала металлические детали. Все, он готов. К нему в комплекте шурупы для того, чтобы это все установить, и ключик, если будет необходимо открывать. Пластмассовые детали – это подкладки для того, чтобы выровнять, и все было на окне аккуратно и красиво, заглушки стандартные, и вот такая декоративная закрывашка, чтобы, ну, на окне это выглядело красиво. Декоративные накладки бывают 5 цветов. Это 2 коричневых, белый, черный и серый. Как работает замок? Лепесток поворачивается вправо и влево. Соответственно, можно установить на любую сторону окна. И занимается тем, что блокирует поворотную функцию окна в определенном положении. Для того, чтобы снять фиксацию, нужно нажать на кнопочку. Для того, чтобы заблокировать эту кнопочку, используется ключик. Ключ универсальный, в случае утери ничего демонтировать не нужно, подойдет любой другой. Сделан этот замок по новым технологиям, и в сравнении с конкурентами он значительно меньше по размеру, это его преимущество. При этом он очень прочный, потому что используются новые технологии. Называется порошковая металлургия. И теперь я покажу вам, как его можно легко установить. Я сделаю это сама. Итак, изучаем, как надо. Вооружаемся шуруповертом. Первым делом проверяем, не упремся ли мы в существующие болты. Для этого открываем окна и смотрим вот такие штучки. Мы видим, что они здесь, поэтому мы будем замок устанавливать где-то вот в этом районе. Закрываем. Установка может производиться в любое время, поэтому даже если на улице холодно, вы можете его себе поставить. Если вы хотите, чтобы ваше окно открывалось на режим проветривания наверх, то нужно замок ставить в нижнюю часть и проверять, насколько будет открываться окно. Подставляем замок и проверяем, чтобы он позволял окну открываться настолько, сколько нужно. Смонтировали, не открывая окно, и теперь закрываем это все накладками. Поворачиваем замок вот в такое положение, одеваем накладку. Она одевается один раз. Вот здесь есть зацепки, которые не позволят ей сняться, поэтому делайте аккуратно. Вторую часть на саму ручку. И чтобы от поворотов не царапался пластик на окошке, есть вот такие специальные заглушки.
Сейчас при нажатии замок поворачивается. Ключом блокируем эту кнопку. Готово. Теперь наш ребенок точно не выйдет. Штучка. Найти вы ее можете на сайте, я оставлю ссылки внизу. Обязательно рекомендую всем мамам, это must have. На этом я с вами прощаюсь, до скорых встреч, пока-пока!